Мне там в комментариях начали писать, по голове себе постучи, что ты постучишь по Китаю, это все четко там. Вот как четко выглядит притертое крыло, вот оно, видите, как выглядит? И металл, который начал рваться от протертого крыла. Это у вольвешника, как выглядит притертое крыло. И металл, который не начал рваться. А у Китая вот так вот притертое крыло рвется. И плюс съезжает бампер. Едет из зазоров. Это к вопросу того, что из чего сделаны эти машины, насколько они прочные. Вот себе по голове, блядь, постучите, умники ебаные.